Володимире Миколайовичу, ми з вами зустрічаємось практично перед Днем місцевого самоврядування. Це свято буде відзначатись в Україні вже в 20-й раз. Але от на вашу думку, з вашого досвіду, чи дійсно реально діє в Україні місцеве самоврядування? Хотілося б, щоб більше було повномочий і на містах у нас, і в області, і в об'єднаних територіальних громадах, і в районах. Ну, к сожалению, то, що хотілося б, поки його ще нету. Посмотрим, як воно буде далі. У нас все время потихоньку полномочия забирают в центр. Это неправильно. З 2015 року в Україні триває об'єднання громад. Цей процес також відбувається і на Сумщині. На вашу думку, наскільки він успішний? Наскільки дійсно люди розуміють, яким чином формувати ці громади? І виходячи з того, як далі вони будуть жити і планувати свій розвиток? Зараз дуже багато різних мнений. И нету единого мнения, единого решения. И многие там местные князьки хотят, чтобы или тот был глава объединенной территориальной громады, или тот. И начинается у нас, как бы сказать, непонятный... Борьба за власть, если как сказать. Поэтому на всех сессиях я сказал, что как проголосуют депутаты, я не буду тянуть ни одну, ни другую сторону. Сама жизнь подскажет, как им потом поступить. Все равно подойдет время, когда у нас не останется белых пятен на территории нашей страны. Я со многими руководителями объединенных территориальных громад встречаюсь, и я вам скажу, там, где человек понимает, то там, где человек берет тех людей, которые берут определенную отрасль, там, освиту, там, хороших заступников, там все нормально. Там, где люди, которые недопонимают, что они делают, там все будет плохо. Дело в том, что еще надо опыт работы и понимание, что ты делаешь. И правильная расстановка кадров. Знаете, в советское время всегда говорили, кадр решает все. Вот на сегодняшний день то же самое и с объединенным территориальным громадом, потому что сразу такой большой кусок работы валится на тех людей, которые ту или иную там отрасль возглавляют. Я же говорю, что охрану, здоровье, освиту, да, заступники должны быть, жилище, коммунальное хозяйство, они створюют все новое. От на останній сесії розглядали перспективний план, який стосувався об'єднання у громади по Сумському району. І це було єдине питання, яке депутати не проголосували. На вашу думку, в чому тут була проблема? Депутати не голосують. Я ж теж один із депутатів. У мене одна кнопка. Я ж не можу заставити остальну частину депутатів проголосувати так, як хочеться кому-то. Я поставив на голосування. От як проголосували, так і є. Поставят в следующий раз вопрос о любой территориальной громаде, не считая там Сумского района, любого района, проголосуют депутаты, значит она будет створена, но она еще должна утвердиться в кабинете министров. Там должны просчитать, спроможена она или не спроможна. А потом только будет решение. У нас же есть офис реформ, который потихоньку просчитывает, нормальная она или ненормальная. Поэтому вестись на, вы знаете, вот по одному и тому же вопросу, в одной и той же громаде собирают, одни и те же люди подписываются. Сегодня они подписываются за, я же внимательно посмотрел, завтра же они приходят, приносят против. То мы туда подсоединимся, то к той громаде, то и той громаде, и одни и те же самые люди. Это просто проводится работа. Поэтому давайте подождем, я сказал, что повторяюсь. Хотя не надо повторяться, что белых пятен у нас не будет. Подойдет время, когда или указом президента, или постановлением кабинета министров, или решением Верховной Рады просто дообъединяет всех, и на этом будет закончено, потому что вечно же этот процесс не может проходить. И я тоже за то, чтобы громада была спроможна. Если что-то делать, значит мы должны делать, ну, с большой пользой для людей. Невозможно в каждом селе, где по 300 человек, сделать нормальные, большие, хорошие больницы, потому что и людей нету. И я считаю, что уделять в первую очередь внимание здоровью людей и условиям работы в сельском месте медицинских работников – это первостепенная задача государства. Они должны получать хорошие деньги, и иметь всякие льготы. Поэтому тогда мы будем иметь квалифицированных врачей и отношение врачей к людям. Потому что врач, который приходит и думает, как ему накормить ребенка своего и отправить его в школу,
он будет, у него эти мысли будут на первом месте, а не те проблемы, с которыми пришли к ним люди. А надо абсолютно наоборот. Врач должен понимать, что он пришел на работу, он занимается ничем, кроме работы. Остальные бытовые вопросы у него решены более-менее нормально. Хотя, могу сказать тоже, что сейчас идут военные действия, и не все так просто у нас в стране, не так просто с экономикой, чтобы мы понимали. Это тоже надо учитывать. Володимир Миколаевич, а насколько, взагалі, на ваш погляд, была остання сессия конструктивна? Приехали люди сюда для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Мы создали комиссию. Это правильное решение для того, чтобы полностью разобраться в этом вопросе. И потом доложить. Вместе с этими людьми, представителями людей, которые приехали, давайте создадим комиссию со специалистами. Скажите ваши самые главные проблемные вопросы, которые вы видите. Получите на них ответы. Доложим всей области об этом. Владимиру Николаевичу все равно, есть там сельский парк, нету сельского парка. Покажите, что там нарушается, какая там коррупция, о которой я не слышал. Ну, со слов отдельных депутатов это прозвучало. Поэтому я не могу закрывать одним решением. Завтра давайте закроем больницу. В любом вопросе надо разобраться. Дайте нам ваших там активистов, я не знаю кого. Сядем со специалистами, разберемся и на следующей сессии доложим. Вот я обращаюсь к партии «Батьковщина», к их депутатам. Значит, на предыдущей сессии глава фракции попросил, что добавьте нам денег на нашу депутатскую деятельность. Да? Это был господин Поцелуев. Ну, по итогам 10 месяцев, ну, получилось дать по 50 тысяч. Значит, это куда деньги идут? В основном, да, онкохворым, в детячей садочке, в школу. И как вы думаете, проголосовала «Батьковщина»? Из 13 членов депутатского корпуса только 2. Вот, пускай объяснят людям, пускай объяснят остальным депутатам. А зачем это до день? Это что, чем хуже, тем лучше? Или они не живут в Украине? Я вам могу показать, и я покажу на сессии, как голосуют «Батьковщины» по этим вопросам. Сами ходили, были инициаторами, я пошел навстречу, сказал, что Владимир Иванович, ваше задание, которое ставили, я выполнил. Сходил до Марченко, выпросил 3 миллиона дополнительных, хотя у нас масса проблем, и по онкодиспансеру, вообще масса проблем. Ну, на депутатскую деятельность мы решили дать. Итог я вам уже сказал. Мне непонятно. Была цель, я так думаю, что сорвать сессию, потом показать, что, ну, Сумская область, видите, не может работать, потому что народ бастует, протестует против депутатского корпуса. Спасибо еще раз всем депутатам, которые принимали участие в сессии и четко отработали. И я очень довольный. Ну, знаете, меня на горло не возьмешь. Я все равно, я понимаю, что я должен сделать, и то, что я наметил, то я сделаю. Нравится это кому-то, не нравится, хочется, не хочется. Я все равно сделаю то, что должен сделать. Если надо принимать бюджет, мы его будем принимать, изменения в бюджет. Если мы должны поставить руководителя коммунальных предприятий, то мы их поставим. Потому что тут ничего плохого нету, мы ничего плохого не делаем. Пускай политика делается в партийных офисах, пускай она не выходит и не вредит жизни людей. Ваша посада політична, і в обласній раді зараз працює 8 фракцій, 64 депутати. У кожної фракції, в кожного депутата є і свої політичні завдання, і свої зобов'язання перед виборцями. От наскільки вдається вам, як голові обласної ради, згуртувати оцей непростий колектив? Я просто не обманываю людей, ну, как бы депутатів. Я завжди держу свої слова, мене так смалку навчили. Если я говорю, что да, то оно будет да. Если я сказал, что нет, я объясню причину, почему нет. А почему меня поддерживают депутаты, ну, спросите у них. Я считаю, что Сумская областная рада одна из самых мощных областных рад в Украине. Мы работаем до сессии. Сессия – это просто утверждение того, что мы наработали до этого. А до этого идут всякие споры. Мы собираемся с головами фракций и на депутатских собраниях, в комиссиях, решаем вопросы и выносим на сессию. Если мы видим, что вопрос такой, который он не соответствует здравому смыслу, я своим решением его не выношу. Зачем выносить то, что нельзя выносить?
Поэтому спасибо депутатам. Ви очолювали Сумську обласну раду у п'ятому скликанні і зараз у сьомому. От наскільки між цими періодами Володимир Токар сам змінився, наскільки змінились його думки, стиль роботи, ті завдання, які ви особисто перед собою ставите як голова ради? Огромна, можна сказати, пропасть між цими двома каденціями, як би сказати. Первый раз, когда я попал, я был неопытный, я абсолютно случайно стал головой Рады, для того, чтобы, потому что люди сказали, что поддержим меня, ну и там год с чем-то оставалось, я думаю, как-нибудь досижу, доработаю, да и все. Для того, чтобы спасать, надо было спасать ситуацию на тот момент. Тогда было 3-4 фракции, я не помню, или 5 фракций, ну 3 были в большинстве, поэтому работать было комфортно, тем более такие заместители, как Толбатов, Клочко, и Моисеенко, это огромная ответственность. Ну и Владимир Николаевич уже не тот. Все-таки я 3-жды депутат, 3-жды глава комиссии. Я знаю, как себя вести. 8 фракций. Фракции абсолютно разнополярные в политическом плане. Ну, нахожу нужные слова, не знаю, опять повторюсь, это к депутатам. Ну, я думаю, что тяжело, конечно, справляться с такой ситуацией в нынешнее время. Но у меня, я уже считаю, что я имею огромный опыт. Во-первых, имею характер, тот, который помогает мне очень сильно. У меня нету, я забыл, когда кого боялся. Я знаю, что есть задача, ее надо выполнять. Все, других задач нету. Потому что я производственник. Я 17 лет работал на заводе руководителем, где 300 человек у меня было в подчинении. Это тоже непростая, как бы с людьми работа непростая. Поэтому я не вижу проблем больших. Я думаю, что мы так и доработаем спокойно. Там, и никто нас не собьет с верного пути. А з яких питань люди найчастіше шукають правду в кабінеті голови Сумської обласної ради? З якими питаннями звертаються? Со всякими. І багато йдуть з міста, і з районів приїжджають. Абсолютно різні проблеми. І, ну, що можемо, що можемо, ну, звісно, що можемо, вирішуємо, що не можемо, я одразу говорю, що це нереально. Якщо там решение такое, которое, оно практически невыполнимо, я же не могу человеку обещать, что мы это сделаем. Я сразу скажу, что нет, это невозможно. Даже если я сильно захотел, это невозможно сделать. Если там какая-то там помощь там, в лечении, в допомоге там, дитячему садочку, что я всегда их вырешаю, нахожу выходы с этого положения. Значит, не знаю, то уже надо спрашивать тоже у людей. Ну, по крайней мере, на самотек все не пускаю. То, что обещаю, я делаю. Я, знаете, приучен к порядку, поэтому то, что пообещал, я должен сделать. Если не можешь сделать, не обещай. По отношению там, к участникам АТО, ну, никто не может сказать, что мы не помогаем. Насколько можем, насколько у нас есть возможности финансовые, да и моральные такие, все. Мы всегда же помогаем. Вы когда-нибудь слышали, что мы кому-то отказали? Такого нет. А от наскільки, скажімо, проблемним є питання того, що у нас Сумська обласна лікарня за тими умовами, в яких працюють лікарі і в яких лікуються люди, зараз її оцінюють як одну з найгірших в Україні. І так само є проблеми по стану Сумського обласного онкодиспансеру. От як вирішити ці питання? Саме дорогое, що у нас є, це здоров'я. Поэтому мы и с губернатором ездили, и сейчас будем добиваться для того, чтобы нас с государственного бюджета выделили деньги на достройку новой областной, да, хирургического корпуса, для того, чтобы действительно там была современнейшая областная больница, чтобы потом нам не мог сказать. Мы будем этим заниматься, насколько мы сможем. Я вам скажу, что в этом году я больше занимался детской областной больницей, потому что когда ставили нового главного врача, значит, я ему пообещал, сейчас сделают крышу, сейчас сделают горячую воду, потому что там с 2010 года, оказывается, не было горячей воды. Вот, чтобы вы понимали, какая ситуация там есть. Буду уделять внимание, очень большое внимание уделять детской областной больнице, онкодиспансеру. Сейчас будем вместе с депутатами думать, где мы будем деньги брать, как помогать, потому что, ну, не дай бог туда кому попасть, а не дай бог, когда туда попадает ребенок. Поэтому вот это вот приоритет наш в медицине,
эти наши коммунальные заклады. Мы будем ими заниматься. А психбольница получила хорошее помещение, отремонтированное на территории областной больницы с ремонтом. И там есть масса специалистов, там, вы же сами понимаете, если она находится на территории областной больницы, там люди же не болеют только психическими заболеваниями, да, они же, у кого-то там надо посмотреть уролога, у того там невропатолога, у третьего там, я не знаю еще кого, но дело в том, что там всегда можно получить консультацию. И то, что там было на Свердлова, мы уже это практически закрыли. Я считаю, что это правильное решение. Зараз дуже дискусійне питання, на яких саме принципах обирати депутатів у місцеві ради, чи за мажоритаркою, чи за партійною системою. От ваша думка, який депутат буде відповідальніший перед своїми виборцями і перед областю, яку він представляє? Я вважаю, що вона повинна бути абсолютно мажоритарною. Абсолютно мажоритарною. Тому що чоловік, який йде на округ, він бере на себе відповідальність. І люди повинні иметь возможность звернуться до своего депутата с теми или иными как бы, вопросами, те, которые их беспокоят. Поверьте мне, люди не просто так звертаются до депутатов. Это когда уже некуда идти и когда уже кричить. Тогда звертаются до депутатов. Поэтому ничего плохого нет в этом, если человека выбирают не по партийной принадлежности, а по его делам, по его отношению к людям. В сельской местности людей не обдуришь. Вот они, если знают, что у нас Иванов хороший, вот от какой он партии не пойдет, он выиграет. Потому что понимает, что он все равно наш, мы его знаем, знаем стиль его работы и будем голосовать за него. И никакая партия там на это не повлияет. В городе больше голосуют за партию. Несмотря ни на что, идут мощные, сильные кандидаты и проигрывают вообще непонятно кому, связанную с партийным брендом. Я считаю, что люди должны выбирать только по мажоритарке, это должны быть и депутаты Верховного Совета. Вот сами подумайте, легче договориться двум головам фракции, у одного 100 человек, у одного там, 120, да? Практически решение принято. Хорошее, но плохое, они примут его. А вот если все мажоритарщики, иди оббежи 226. Не оббежишь. Ты будешь вникать в работу, будешь с помощниками работать. Если ты видишь, что это здравомыслящее решение, которое поможет для наших людей, для нашей страны, ты будешь за него голосовать. И люди тоже должны нести ответ. Они же выбирают депутатов, они выбирают голову ОТГ. Надо думать, кого выбираешь. Надо думать, надо не смотреть на партийную символику, а надо выбирать депутата и хотя бы посмотреть, что человек сделал за свою жизнь. Вот идете на выборы, не выбирайте бездумно, потом мучаетесь, потом же сами люди мучаются. И надо себя отстаивать всегда. Если что-то не так, посмотрите. Если не такое решение принято, значит, люди должны понимать, что оно вредит людям, должны протестовать. Ну, протестовать со здравым смыслом. Не протестовать против власти, а против того решения, которое принято там в Киеве, да, забрать сейчас полномочия, там, вообще забрать лесовую галузь у нас. Я считаю, это абсолютно неправильно. На нафту, вот только что было совещание, 5% ренты уже будет с этого года, уже с 2018 будет идти. Это, не знаю, там по скромным подсчетам, правильно, неправильно, но то, что я услышал от господина Роллинза, это в районе 50 миллионов. Я сказал, что да, мы будем как единое целое, только если вы будете видеть, что вы будете знать, что есть Самская область, что есть проблемы людей, что есть проблемы экологические, значит, медицинские проблемы, давайте помогайте, выделяйте деньги, потому что вы, это бизнес, вы все равно зарабатываете. И я знаю, что настрой депутатов точно такой, как у меня. Если мы видим, что нас слышат, нам помогают, потому что дороги, вода, именно в тех нефтеносных районах, да и вообще, нам надо помогать, потому что вы забираете ресурс. 5%, спасибо хотя бы за 5%, но этого мало, больше надо. Давайте развивайтесь, больше будете зарабатывать, будем больше требовать от вас. И мы не прощаем им те года, которые они там 14, 15, 16, 17, нам никто ни копейки не дал, да, по соцугодам. Я им сказал, давайте нам график погашения. Я понимаю, вам сейчас тяжело, но давайте мы должны видеть, как мы дальше будем сосуществовать. Это тоже им сказал.
Ми розмовляємо з вами напередодні Дня місцевого самоврядування. От що хотіли б ви побажати своїм колегам, депутатам різних рівнів у своїй роботі? Знаєте, у мене який план? Новий день, нові заботи. Які будуть проблеми, будемо їх вирішувати. Хотілося б, щоб їх менше було, щоб ми більше тратили свої енергії на роботу, на созидання, а не на от це от, там, драки, там, крики, шуми. Вони нікому нічого не дають. От цього страждають тільки прості люди, повірте. Я думаю, що все буде в порядку. В день праздника місцевого самоуправління саме головне – крепкого здоров'я, удачі, тому що без удачі теж нікуди. Терпіння, тому що нам воно теж потрібно, це терпіння, здравомислення, сімейного благополуччя і всіх вам благ. І пускай Бог охороняє нашу Україну, нам дуже багато попадає, я не знаю, чому так. Вроді би все є, і вроді би нічого нету. І найголовніше, щоб ця проклята війна прекратилась. Ось це я желаю всім, щоб вона дійсно в цьому 18-му році, на мій взгляд, я думаю, що з марта місяця 18-го року бойові дії повинні потихоньку прекращатися, щоб ця війна закінчилась. Ну і всім благ і терпіння, і здравомислення ще пожелати всім своїм колегам.